Здравствуйте, в эфире новости АТН. В студии Александр Тихонов. Коротко о главном. Ну, забора я не было. Это сегодня поставили? Да, а я не знаю, когда начал. Не знаю. Один шаг и смерть. Пенсионерка упала в котлован, оставленный строителями на территории рынка по улице Академика Павлова. Все как всегда, скоро зима, начинаем рыть. Что тут скажешь? Харьков интересный город вообще. Неудобства полные. Не доделали один участок, перерыли другой. Летние ремонтные работы, которые должны были закончиться в августе, стали осенними. Создали пробки и проводятся под дождем. У меня не было возможности уйти либо на встречную полосу, так как он мне дорогу боком перекрыл, я никуда деться не успел. Несколько ДТП подряд с пострадавшими. На Журавлевском спуске столкнулись три авто. Две женщины госпитализированы. На Новых Домах маршрутка сбила переходившую дорогу девочку. Итак, подробности. Неосторожность или халатность подрядчика. На Салтовке пожилая женщина упала в строительный котлован и погибла от полученных травм. В котлован неподалеку от рынка у станции Героев Труда пенсионерка упала средь бела дня. По словам очевидцев, это произошло около половины первого. Люди говорят, что забора, который ограждал бы опасный участок, накануне здесь не было. Ну, забора я не было. Это сегодня поставили? Да, а я не знаю, когда. Не знаю. Скорая помощь везла пострадавшую с тяжелыми травмами в реанимацию, но помочь ей медики уже были не в силах. 66-летняя женщина скончалась на больничной койке. Родные погибшие говорят, в этот день она вышла на рынок за помидорами и, оступившись, упала в котлован, который не был огорожен. Они считают, что в трагедии виноваты рабочие, которые не оградили должным образом потенциально опасное место. Был вырыт котлован, и не было ни ограждения, ничего. То есть, получается, просто яма вырыта. Человек отошел от продавца, сделал два шага и упал котлован этот. В полиции рассказывают, что на месте происшествия сегодня работали эксперты, был проведен опрос очевидцев, формируется документальная база. Но при этом уверяют, к моменту их появления на месте ЧП забор вокруг котлована был установлен. На момент огляду місця події територія була огорожена. В полиции также сообщили, что факт смерти пенсионерки был внесен в реестр досудебных расследований. Основная версия, которую пока рассматривают правоохранители, несчастный случай. Артур Рязанов, Олег Мартынюк, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Ремонтные работы на перекрестке, где произошла трагедия, продолжаются второй месяц. Из-за них возникают длинные пробки, и водители возмущаются. Почему затягивается реконструкция, и летний ремонт становится осенним, под дождем, перекрывая дорогу большему количеству автомобилей? Репортаж Велена Моды. По традиции, к ремонту дорог в Харькове всерьез приступают не в летние жаркие месяцы, когда многие горожане уезжают в отпуска и трафик существенно падает, а осенью, когда ни дожди, ни обилие автомобилей эти ремонты не упрощают. Когда же дорожники берутся за основные транспортные развязки, такие, к примеру, как перекресток улицы Академика Павлова и Героев Труда, то в часы пик все близлежащие дороги становятся практически непроездными. Постоянно каждое утро мотаюсь сюда, но как бы неудобно из-за этих... По Академика Павлова, Героев Труда и туда. Выезжаешь. Почему? Потому что, сюда каждое утро надо выезжать, тут пробка, вечером не уедешь. Перекопали, а делать не делают, понимаешь? Хотя бы когда это надо делать? Это летом делать надо. 5 часов вечера, улица Академика Павлова. Сотни машин едва тянутся в пробки, водители сигналят и говорят много добрых слов в адрес ремонтников. Самые нетерпеливые, несмотря на присутствие экипажей полиции, решаются на нарушение правил дорожного движения. Например, вот этот водитель 263-го маршрута, переполненный пассажирами автобус, заскакивает на бордюр и срезает прямо через трамвайные пути, чем привлекает внимание инспекторов. Конечно, это серьезное нарушение. За такое нарушение штраф 425 гривен. Автомобили... Точно так же, как и маршрутное транспортное средство, останавливается. Маршрутное транспортное средство только останавливается не на маршруте следования, а в конце его маршрута следования, то есть на его конечной остановке.
там останавливается, выносится ему постановление о нарушении правил дорожного движения. А там дальше уже владелец этого маршрута сам будет решать с водителем. Аналогичная ситуация возле станции метро Студенческая. По улице Валентиновская пробка тянется почти до рынка Барабашова, возмущаются водители. Все как всегда, скоро зима, начинаем рыть. Что тут скажешь? Харьков интересный город вообще. Неудобства полные. Трамваев нет и дорог нет. Если скоро создадут какой-то воздушный транспорт городской, это будет просто прекрасно. А так, конечно... Ремонтные работы на участке от рынка до перекрестка Академика Павлова и Героев Труда стартовали 9 августа. По плану их должны были закончить через месяц. Однако к 9 сентября участок рабочий так и не довели до ума. Зато уже успели перекрыть и перерыть еще один отрезок дороги в направлении улицы Валентиновской, что лишь усугубило сложившуюся ситуацию. Как уточнили в мэрии, реконструкция в этом месте продлится до середины октября, если, конечно, коммунальщики вложатся в сроки, что, как показывает практика, вызывает сомнения. Сам же директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан от комментариев на тему осенних дорожных работ, проводимых в Харькове, отказался, аргументировав это тем, что всю информацию можно получить в пресс-службе горсовета. Вилен Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости». Сразу несколько ДТП с пострадавшими. На Журавлевском спуске столкнулись 3 машины. 2 женщины госпитализированы. На Новых Домах маршрутка сбила переходившую дорогу девочку. Volkswagen, Audi и Kia не разминулись сегодня с утра на Журавлевском спуске. В результате 2 женщины из Volkswagen доставлены в больницу. У пострадавших ушибы и травмы грудной клетки. Первыми на место аварии прибыли патрульные. Надали допомогу одній жінці, щоб вона вийшла з автомобіля, відкрили двері, вирвали, а другу з автомобіля не доставали, так як її стан здоров'я був непонятний для нас, для того, щоб не нашкодити їй, ми її з автомобіля не доставали. Коли приїхала медична допомога, надали допомогу швидкій, щоб достати жінку з автомобіля. Volkswagen Polo піднімався в сторону Пушкінської. Kia і Audi двигались в направленні вулиці Шевченка. По словам водителя Audi, Volkswagen пішов на обгон і виїхав на встречку. Передо мною їхала Kia. Ми об'їжджали автомобіль, припаркований був. Я не звернув внимания, якої марки. У мене не було можливості уйти либо на встречну полосу, так як він мені дорогу боком перекрив, я, ну, нікуди деться не успів би. У водителя Volkswagen своя версія. Говорит, его подрезал другой автомобиль. И именно поэтому он был вынужден пересечь двойную сплошную. Я поднимался наверх по своему ряду. Передо мной в правом ряду ехал какой-то грузовик большой. За ним что-то маленькое, типа газельки или фордика, я не рассмотрел. Я уже когда с ними почти поравнялся, вдруг газель резко стала обгонять перед ней грузовик. Я понимал, что, скорее всего, я ударюсь в нее, а экстренное торможение вряд ли случится, потому что это вот буквально там перед носом. Я ушел, соответственно, влево. Меня аж развернуло и вынесло. То есть просто так это не могло произойти. Скорее всего, может, даже газель меня подтолкнула немножко, добавила. Разбираться в причинах столкновения будет следствие. На проспекте Науки в районе пересечения с Тобольской маршрутный автобус сбил переходившую дорогу девочку. 15-летняя пострадавшая была доставлена в больницу. Состояние не тяжелое. Авария произошла в районе пешеходного перехода. На какой свет девочка переходила дорогу, была ли у водителя возможность избежать наезда, подробности выясняются. Галина Шподарева, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости». Неосторожное обращение с огнем закончилось трагедией в одной из квартир Харькова. О пожаре на Московском проспекте узнавал Артур Рязанов. Сегодня в 4 часа утра произошел пожар в одной из квартир 9-этажного дома на Московском проспекте. Инна Шеремет рассказывает, что проснулась от того, что в ее двери начали стучать соседи снизу. Выйдя в тамбур, она увидела дым, идущий из квартиры, которая находится рядом. Один из жильцов даже попытался войти в горящее жилье, чтобы спасти соседа, но было уже поздно. Хозяин горевшей жилплощади был мертв. Он открыл дверь его. Там дверь была шаткая, она все время была открыта у него. Открыл он дверь, ну и понял, что там уже вообще ничего спасти нельзя. Мы же думали, может, он живой. Ну, все, вызвали пожарных. В ГСЧС говорят, вызов поступил в 4:22 утра, после чего 3 пожарных подразделения уже через 5 минут приехали на место происшествия. Провівши розвідку, нам стало відомо, що займання трапилось в одній з квартир на 8-му поверсі житлового 9-поверхового будинку. У задимленій квартирі рятувальники відшукали непритомне тіло господаря. На жаль, на той момент він уже отримав смертельну дозу чадного газу.
и помер на месте. Рятувати його було неможливо. Пожар почався з дивана, де лежав пострадавший, після чого перекинувся на остальную квартиру, зайняв площадь 8 квадратних метрів. Сусіди розповідають, хазяїн квартири нігде не працював і часто пив. От електричества його давно відключили за неуплату, но мужчина самовольно підключився к електросети. Предварительной версией пожара в ГСЧС називають неаккуратное обращение с огнем, но правоохранительные органы рассматривают и другие версии, в том числе замыкание. Точную причину пожара установит следственно-оперативная группа. Артур Рязанов, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске. Був виявлений та задокументований факт реалізації двох ручних гранат РГД-5 загальною вартістю 5 тисяч гривень. Вказані гранати є бойовими припасами. Продавцы смерти. В районе Основы в Харькове шла торговля оружием и боеприпасами, пока товар не купили правоохранители. До 60 лет накопить? Да. Несмотря где работать. Может и получится, да? То есть не переживайте, да, что там возможно? Пока нет, я пока об этом не думаю, потому что можно и не дожить до этого периода, понимаете? Почему в Украине до сих пор не заработала пенсионная реформа и в каком виде она предлагается сейчас? К нам приходят, люди с нами сидят, да, с нами едят наши кексы. Но есть люди, например, автомобилисты, которые проезжают, ругаются, что им негде парковаться. Как место для парковки одного автомобиля может собрать 10 человек, попить кофе и пообщаться? В Харькове на Пушкинской появился парк-лет. Подробности в региональном выпуске через несколько секунд. Нелегальный бизнес на оружие. Правоохранители задержали продавцов смерти в Харькове. Слободской отдел полиции получил оперативную информацию о том, что в районе Основы идет торговля оружием и боеприпасами. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий эта информация нашла свое подтверждение. В рамках совместной операции с участием полицейских и прокуратуры правоохранители провели контрольную закупку и торговцев удалось задержать на горячем. Був виявлений та задокументований факт реалізації двох ручних гранат РГД-5 загальною вартістю 5 тисяч гривень. Вказані гранати є бойовими припасами. Кроме того, у торговців оружием изъят гранатомет, пистолет Макарова и патроны. Задержаны 3 человека. Все они жители Харьковской области. Им от 30 до 60 лет. Один из задержанных ранее был осужден за вооруженное хулиганство и незаконное обращение с оружием. Каналы поставок оружия выясняются. Открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами». Максимальная санкция предусматривает 7 лет лишения свободы. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости». Харьковским активистам за борьбу с коррупцией в Украине заплатят Госдеп. Посол США во время визита в Харьков лично презентовала новый проект. Посол США в Украине Мария Иванович в городе во второй раз. До этого она была в первой столице 10 лет назад в качестве вице-посла. Сейчас, говорит дипломат, видны разительные изменения в лучшую сторону. Главные акценты посол США ставит на сотрудничестве в военной сфере и стратегической промышленности. Рассказывает, заинтересована тем, что именно американские компании сотрудничают с Харьковом в сфере турбиностроительства, а также отметила, что для США одним из основных вопросов является вопрос защищенности украинских границ. Поэтому они лично сегодня встретились с пограничниками, которым оказывает помощь американское правительство. Мы договорились с госпожой Иванович о имплементации нового проекта, о котором мы подробнее расскажем завтра на форуме, который даст возможность участвовать в программах и получать гранты всем общественным организациям Харьковщины для реализации антикоррупционных программ. Также Мария Иванович и исполняющая обязанности губернатора Юлия Светличная напомнили, что между посольством США и облгосадминистрацией был подписан меморандум о взаимодействии, который предполагает сотрудничество в разных сферах. В частности, Америка готова предоставить финансирование в виде грантов активистам, готовым помочь в борьбе с коррупцией. Я очень горжусь тем сотрудничеством и помощью, которую мы предоставляем пограничникам, и особенно тем, что благодаря этой помощи, в частности бронированным автомобилям, можно спасти жизнь украинцам.
Встреча Юлии Светличной с Марией Яванович прошла в преддверии 7-го международного экономического форума, который откроется завтра и будет посвящен инновациям и инвестициям в разных сферах экономики. Кроме посла США, его посетят главы дипломатических миссий других стран, с которыми также сегодня встречалась Юлия Светличная, а также члены украинского правительства, бизнесмены. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Депутаты Верховной Рады снова заговорили о внедрении пенсионной реформы. Изменения системы начислений начали обсуждать больше года назад, однако соответствующий закон так и не принят. Готовы ли украинцы перейти к новой системе и почему в Украине она до сих пор не заработала? Новый порядок начисления пенсии активно обсуждается украинцами еще с 2014 года, сразу после революции достоинства. Во время подготовки коалиционного соглашения в Верховной Раде задекларировали, что завершение пенсионной реформы – один из важнейших вопросов, которым обязаны заняться политики. Суть ее заключается в введении в Украине пенсионной системы, которая состоит из трех уровней – солидарного, накопительного обязательного и накопительного добровольного. Как запланировали ранее в правительстве, после внедрения новой системы, часть средств, которые отчисляются из ежемесячных доходов для выплаты пенсий, переведут на специальный счет. Таким образом, сумма пенсии будет напрямую зависеть от того, сколько успел накопить человек до выхода на пенсию. Также эти накопленные сбережения в случае смерти пенсионера по наследству перейдут к его детям, по примеру банковских депозитов. Правда, согласно реформе, самые большие начисления получат те работающие, чей возраст составляет в данный момент от 20 до 25 лет. Они успеют накопить внушительные суммы. А вот тем, кто постарше, будут платить пенсии минимальные. Харьковчанка Анна говорит, о будущей пенсии пока не задумывалась, но уверена, если в Украине все же введут новую систему, на то, чтобы в старости жить в достатке, накопить деньги, наверное, успеет. До 60 лет накопить? Да. Ну, смотря где работать. Может, и получится, да? То есть не переживайте, да, что там возможно? Пока нет, я пока об этом не думаю, потому что можно и не дожить до этого периода, понимаете? А вот частный предприниматель Роман уверен, реформа назрела давно. Переход к накопительной системе начисления пенсии необходим. Правда, подчеркивает, правительство должно прописать в законе ряд моментов, в частности инфляцию, которая может повлиять на выплаты, чтобы сбережения через пару десятков лет не превратились в пыль. Девальвация гривни, ну и соответственно и пенсия, которая сейчас, если перевести, то порядка 45-50 долларов, тоже не вариант. И учитывая то, что, допустим, ты можешь накопительные свои вот эти вот средства как-то регулировать. Может быть, ты можешь больше каких-то отложить активов в данный момент. Это все-таки тоже как-то баланс можно вести. Вот. Поэтому все-таки накопительное в любом случае это более интереснее, как, на мой взгляд. По словам эксперта, в Украине уже давно нужна пенсионная реформа. Однако провести ее сейчас будет огромной проблемой, уверен доктор наук по госуправлению Виктор Елагин. Страна находится в сложной экономической ситуации, а дефицит пенсионного фонда в данный момент насчитывает несколько десятков миллиардов гривен. Поэтому финансировать внедрение новой системы начисления пенсий государство не сможет, рассказывает эксперт. Сначала нужно будет залатать дыры в пенсионном фонде и побороть коррупцию. Нужно то ли часть из этого передавать на накопичивальный, то ли еще брать. Из кого? То ли из самого работающего. Это значит, я платил 100 гривен, а теперь должен, ну, грубо говоря, 120 или сколько там. Или же с работодавца, что тоже не есть хорошо, потому что и так стараются уменьшить вот эти налоги, чтобы вывести из тени. А это опять вернется обратно. Поэтому, в общем-то, ну, если бы не было такого большого дефицита, потому что куда там еще изымать из солидарного часть моих, так сказать, пенсионных взносов, если там и так дефицит просто сумасшедший. Для старта пенсионной реформы, говорит Виктор Елагин, необходим рост экономики. В таком случае Украина сможет уйти от системы, действующей еще со времен Советского Союза, и перейти к системе, которой давно пользуются развитые страны мира, в частности Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Швейцария. Лариса Говина, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости». В Харькове на Пушкинской появился мини-сад или парклет. Таким образом, активисты хотели отпраздновать Всемирный день без автомобиля. Парклет – это несколько метров для отдыха и общения пешеходов, которое расположено на проезжей части. Вместо одного автомобиля на парклете могут собраться 10, а то и больше человек, попить кофе, пообщаться, отдохнуть и пойти дальше. Как пешеходы пошли в контрнаступление против автомобилей и что из этого вышло, в репортаже Натальи Белокудри. В Харькове во Всемирный день без автомобиля устроили парклет. Это продолжение пешеходной зоны или
так сказать, превращение одного парковочного места для автомобиля на пространство для людей. Для своего эксперимента активисты выбрали одну из центральных улиц города – Пушкинскую. Когда-то здесь курсировал трамвай, но машины вытеснили этот вид транспорта и полностью захватили дорожное полотно. Обычно в часы пик здесь километровые пробки, поэтому ребята уже в 9 утра вынуждены были поставить дежурных, чтобы те охраняли место, предназначенное для парклета. За несколько часов существование свободная от машин территория привлекла внимание многих харьковчан. Отзывы были самыми разными. Некоторые люди очень счастливы, говорят, что на Пушкинской нет общественных пространств, их очень мало. Ой, как хорошо, хорошо бы, чтобы было это постоянно. К нам приходят люди, с нами сидят, да, с нами едят наши кексы. Но есть люди, например, автомобилисты, которые проезжают, ругаются, что им негде парковаться. Ну так мы заняли место только одного автомобиля, и сколько нас здесь. Активисты подсчитали, что автомобилистов в Харькове всего 20%. Но пешеходы и владельцы другого транспорта вынуждены считаться с их комфортом и сервисом и принять условия игры. Станислав Роговой пересел на велосипед 3 года назад. Он поддерживает создание площадок свободного пространства на улицах и надеется, что когда-нибудь велосипедисты тоже получат свою инфраструктуру в черте города. То есть бывают ситуации, когда просто, ну явно не прав водитель, ну я ничего поделать просто не могу. То есть, а так, в принципе, вот трудности в основном с движения. Велодорожек тоже не хватает очень в городе. Создание парклета на улице оценили студенты. Хотя по большей части молодые люди останавливались, чтобы сделать коллективное фото, идея расширения жизненного пространства им понравилась. Ну, в принципе, положительно. Это дает какую-то дополнительную зону для пешеходов, для их отдыха, для отвлечения от основного транзита и быстрого такого вот передвижения по городу. То есть люди могут остановиться, отдохнуть, заняться своим делом, например, ну, тем же просто прочитать смс-ку в телефоне и пойти дальше. Парклет развернули в Харькове пока только на 1 день. Завтра улицы снова будут переданы во власть машин. Но инициаторы акции «День без авто» пообещали собраться снова через год и создать уже несколько мини-парков. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Вы смотрели новости АТН. Больше сообщений на нашем сайте atn.ua. В студии работал Александр Тихонов. До свидания.